Здесь находится плотина. Вот там. У нее слово плотить. Ага. Слово. Плотина. А слово плотить. Плотить. Здрасте. Время поплавать. Сашка забыл очки. Не забывайте, ребята, очки на плавание и шапочку. Там видно, нет? Что? Дно? Нет. Моя неотъемлемая часть триатлона – это плавание. Плавание на открытой воде. Мы приехали в отличное место для плавания. Идеальная вода. Плюс 22 градуса. Господи. А все? Это все. Что-то невероятное. Большое спасибо нашему учерскому другу. Привет, привет, дорогие друзья. Мы вам очень рекомендуем подписаться на его канал. Да. Не, Володя самый, мне кажется… Прокачанный по местам всей Чехии, вокруг Праги. Он нам подсказал везде, все места, куда мы ездили. Это вообще просто лучшие местечки, лучшие дороги, лучшие виды. Просто все самое лучшее. Выражаем респектушечку Володе. Показал нам супер-мега крутое место. Так приятно. Это место называется... Разузнайское чеховское вальё, что в переводе... Ну это слапа вообще, в принципе, так что не важно. Слапа. Очень много про него, так что заходите на канал. Да, кстати. Канал в описании. Летает на дроне. Да, на моем канале вы увидите их без трусов, как они плавают здесь. Поэтому да, без трусов. Добро пожаловать в наш бьюти-блог! Завершаем наш бьюти-блог. Видно? А, подожди, видно. Не тыкай с вами пальцами мерзкие. Просто вот так. Будете у нас в Праге, сходите к Пепе. Мы приехали кататься на санях. Это место называется Бобр-Драха. Переводи чешку «Санная дорога». Я чуть не вывалился там. Сегодня мы примерили на себя детское увлечение. Мы приехали в прикольное место. Бобова Драга. Бобова, в смысле, жолобова, вот такая. Жолобова, да. А это Бобова Драга переводится
санная дорога. Санная. Таких санных дорог несколько в Чехии. Одна из самых крутых дорог находится в горах. То есть огромная гора, на ней это санная дорога, и ты вот вниз так скатываешься. Это очень круто. Здесь тоже неплохо. Это находится прямо в центре Праги. И, кстати, стоит недорого. Недорого, да. Вообще недорого. На русские рубли 6 поездок стоит примерно... 1000 рублей. 1000 рублей. Ребята, обязательно приходите на Бобову Драгу покататься на санях.